Итак, сегодня мы ездили в Ванкувер по делам и едем назад. И вот заметили на середине пути есть вот такой вот junkyard. Farmer Sales называется. И здесь на распродажу стоят старинные автомобили. Здесь продают запчасти с них, можно целую купить, можно какую-то запчасть купить. И мне было очень интересно. Мы по дороге назад остановились и решили здесь посмотреть на это раритетные авто. Вот такие вот кабина от Chevy. Вот старый стоит. Ford. Здесь множество всяких старых автомобилей, которые отъездили уже свое. Но это ж раритет Америки. Кто-то ищет какую-то запчасть, кто занимается реставрацией. Приезжают сюда, покупают. Вот такие вот стоят. Корыта, как некоторые называют, но есть люди, которые с них делают ляльки. Все это запчасти. Кстати, они стоят очень дорого, чтобы купить что-то. Да, я люблю старые автомобили. Они красиво были сделаны. Дизайн у них такой. Большие, огромные, вместительные. Салоны у них большие. Естественно, и двигатели у них у всех были восьмерки. Мало у кого был двигатель шестерка. Вот здесь такой сайн. Да, это все раритет. Кому интересно, можете позвонить. Здесь также старые всякие детские велосипедики, самокатики стоят, всякая утварь. Приват пропорти. Мы не будем туда ходить, потому что никого здесь нету, кто его знает. Может быть, собака выскочит или еще что-то. Вот смотрите, какие здесь. Запрягайте, хлопцы, кони. Вот трактор какой-то гусеничный. Вот Бьюик старый. Все продается, видите, все на распродажу. For sale, for sale. Chevy. Старый towing truck. О, вот Cadillac стоит, который мне нравится. 58-й год. Красавец. Да, здесь трактора старые и машинки старые, что хочешь. Вот смотрите, сколько техники.
вот этим все занимается, скупает это все. Ну там дальше пошли трактора, и там куча еще всякой техники. Там, в принципе, дальше лодка какая-то стоит старая. Ладненько, пойдем мы назад. Вот так вот люди делают бизнес.